Доброе утро, уважаемые дамы, господа. Благодарю, Петр, за предоставленное слово. Также хочу поблагодарить Владимира Викторовича Довганя и Артема Ярового за предоставленную тоже возможность выступать перед ярчайшими людьми. Это действительно очень важно и классно, когда мы зажигаем людей, когда наши сердца открыты, и мы улыбаемся. Шикарную длину лидера команды я влилась благодаря своей наставнице, которая меня пригласила в октябре месяце этого года, Александра Петухова. Спасибо огромное, потому что на самом деле, когда отправишься в команду, это очень здорово. Ты видишь позитивных людей, тех людей, которые настроены на открытую душу и доброе сердце. Меня зовут Рузина Елена. Я родом из Казахстана. Год назад я переехала в Гатчину, в Россию. Ну, у меня сейчас получается родины. Это Казахстан, Россия. Казахстана большой привет. И также я работаю спортивным психологом. Спортивным психологом я стала работать, потому что я мама чемпионки Республики Казахстан, мастера спорта Республики Казахстан по гимнастике. Я работаю с подростками. Кольца этому ребенку, каждому родителю я говорю, что самое важное, чтобы ребенок занимался тем видом спорта, который ему нравится. Это действительно так. Это очень важно, когда мы занимаемся тем, что нам нравится, что мы любим. И когда мы этим занимаемся, то тогда все идет просто великолепным образом. И также я, когда прошла 10-дневный курс Superjump, я взяла очень многое, то есть были, которые мне были знакомы, и было это очень здорово, потому что я, как спортивный психолог, понимаю, как мне нужно быстро настроить ребенка на победу. Вот сейчас я могу себя тоже представить, как будто бы я вышла на соревнования, и тем более первая. Я знаю, что очень сложно выступать первому, и когда я с ребенком начинаю говорить, что это очень сложно, ну как, нет сложного, получайте удовольствие от того, что вы делаете, улыбайтесь. Это первое, что я говорю ребенку, потому что именно улыбка, она сближает всех, независимо на каком континенте мы находимся, потому что улыбка и добрые мысли – это то, что двигает нас вперед, расширяет нас. И в преддверии Нового года я всем желаю достигать своих целей с улыбкой на лице, с добрым сердцем, позитивными мыслями, которые действительно очень важны каждому из нас. Самое главное – здоровье, вера в том, что мы делаем, и пусть у каждого развивается команда, именно та команда, которую вы хотите построить. Благодарю за внимание.